Сегодня прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню российских студенческих отрядов. Был выбран такой красивый зал. Это Калининградская областная дума. Хочется отметить, что Калининградское движение студенческих отрядов – это одно из самых мощнейших и крупнейших в нашей области. Уже насчитывает около 1000 человек. Ребята работают в абсолютно разных направлениях. Самое массовое – это, конечно, строительство, это педагогические отряды. Хочется ребятам пожелать успехов в дальнейшем, быть такими же активными, инициативными, никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться вперед, потому что тем самым, работая в отрядах, и когда они находятся в этом движении, они развивают очень многие качества, они могут развить лидерские качества, они приобретают новые профессиональные навыки, они приобретают новых друзей, новых знакомых, и все это, конечно, им в дальнейшем обязательно пригодится. И от них зависит наше будущее, и они работают на благо нашего региона. Поэтому только вперед, только все вместе, и я уверена, что все у ребят получится.